Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Биворот и Пельменчес, и сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Здорово, ребята! Привет, ребят! Ребят, у нас сегодня бимка, и у нас сегодня шоу под названием «Опасные шашки на максимальной скорости». Сегодня мы в очередной раз прибыли в город Санкт-Петербург, а именно на западный скоростной диаметр. Именно здесь сегодня, вот по этой трассе, мы устроим нереально крутые шашки. Именно по этой трассе я катаюсь постоянно. Даже поеду сегодня по этой трассе, Поэтому, ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Ну что самое главное, в этом шоу мы спавним тачки рандомно и на рандомных машинах проходим испытания. Давайте грузим и смотрим, кому что в итоге достанется. Бимкины мы не считаем, РСК 8. Как будто бы очень даже хорошо. Каенчик, нормально. Нормально, слушай, два Фольксвагена выпало. Вполне себе, на самом-то деле, неплохо. Ой, а у Пельмени это М6, которая Гран Туризма, по идее, да? Или как она? Гран Купе. Опель Меня. Опель Меня. Ладно, окей, тачки получили. В этом шоу можно бодаться, можно мешаться, можно делать все, что угодно. Главное, быть дальше оппонента. И давай, Гриша, отсчеты, мы стартуем первый раунд. Раз, два, три. Поехали! Ой, какой-то пролак у меня был небольшой. Что-то фига. А что это Порше такой шустрый? Ого, ну, фига себе. Порше на секунду. Я полетел, давайте. Чего? У него с... Подожди, он сейчас разложится. А, у него машина лево-право, да, делает? Флекс. Да, ой! Да. Я понял. Все. Объехали. Объехали. Ну, типикал возила BMW. А он-то не знал, что там такая тема. Ну, знаешь, ты покупаешь BMW, но решил проверить, протестировать, потом уже газ пол идти, да? Все-таки. Там рулевые наконечники разболтаны, рулевые тяги, рейка. Да там, да, рейка, там развал схождения сделан криво, поэтому. Ну ладно, минус Пельменчес в первом же раунде. По дорогам чисто ездили на ней, да. По колее, да. По колее гоняли. Стыки ловили на ЗСД. Реально. Ой-ой, это опасное место. О, нормально, бочком зашел, поехал дальше. Неплохие у Каена. У меня как будто бы этот, хотел сказать, керамбитовые, не керамбитовые, а как они? Керамические, его. Керамбитовые тормоза. Керамические. Ну как она там? Керамика. Тормоза. Ну керамика же, это же есть, брат. Керамика? Это же есть, брат. Нет! Ваня, ты куда? Ну нет! Здорово. А ты где? Я? А, ну, я думал, ты слева едешь, я хотел тебя поймать. Ну не, я все, короче. Ну я влево, да, специально думал, ты там едешь. Ну давай, помогу, поехали. Спасибо, поехали. Да не, ладно, все, уже я... Лаг-лага, беде не бросит. А где фары, брат, сняли тебе фары, что ли, во дворе? Не, на этом не снимают, только на старом. Как это, на этом снимают тоже? Не, все, я, короче, приехал. Ладно, все, я понял. Да как это они снимают? Снимают. Только вот на новых, у которых вместо фар там уже полосочки, только там не снимают, везде остальные снимают. Там уже фар нет, да. Ладно, я понял, окей, 3 балла Гриша, 2 балла мне, 1 балл Пельменчесу. Ладненько, новый раунд, новые тачки, поехали. Пока меняем рандомно машины, у меня это прямо сейчас. Так, это BMW. Бимкина. 335 бензиновая, 3.5 бензин. О, у меня C300 тоже, это, наверное, трехлитровый, наверное. Тоже. Это, скорее всего, 2 какая-нибудь литра на турбине, да, я думаю. Это же новая. Это же 206-я, которая, по идее, да? Там же у новых какая система? То, что у них же AMG там на 2 литра уже, понимаешь? Поэтому откуда в 3-литровый, а в C300 3 литра, непонятно. Ладно, окей, будем мы стартовать на счет 3. У Пельменчеса это 350Z, по идее, если не ошибаюсь, да? Да, вроде бы, да. Давай, Пельмень, отсчет, и будем мы стартовать. Раз, два, три. Ладно. Блин, ну я хотел красиво сделать. Красиво делай, красиво можем будем. Заново. Я просто раздувался долго, он поехал вдруг. А ты поехал, норм, поехал. Тормоза сорвались. Хорошо, хорошо, пока Пельменчес немножко отстает. Да не факт. У тебя как будто бы реально 3 литра стоит. Пельмень здесь самый быстрый должен быть автомобиль. Он вообще там какой-то дизельный, заряженный у него. Ну там дизельный заряженный, по-моему, нет. По-моему, он жестко отстает, честно говоря. Блин, значит, у меня по-моему, это какие-то вафельные шашки, потому что я с тобой, конечно, иду, ты как бы отрываешься, в этом прикол весь. Но 200 на... И, блин, ну, камон. Я только 3,5 разогнал. Блин, серьезно? На чем ты едешь, да. Подожди. У меня BMW, которая старая, вроде бы G31. Или какая это? Не-не, это же старая. G20 это новая. Ну, предыдущая. Не, ну, типа, да. Ну, F-кузова, да, F-31.
F30, во, точно, я вспомнил, да, да, все правильно. Так, догоняем Гриша, он здесь немножко потерял скорости, поэтому... Да я тебя подожду. Там прошел. Да ладно, ты пытался... А, реально? Давай я за тобой поеду. Ну, поехали, давай. Давай, давай, давай. А это пятерка у тебя или тройка? Троечка, троечка. Опа, пройдешь? О, не прошел! Да, ну, блин. Это такой манс был. Это такой манс был хороший. Ну, в итоге, короче, если говорить по-честному, там, конечно, пельмени вообще беда с машиной, да, так понимаю? Не, он тебя с тобой едет вроде. Ну, он едет, но там беда. Там, типа, беда полная. Скорости нет. Ладно, давайте мы едем до туннеля. Туннель это будет финиш в каждом раунде, чтобы было проще. Чтобы было реально проще. Ну, давайте, пацаны, я еду. На чем ты едешь? Как ты едешь? На чем ты едешь? На Мерсике, в своем C300. Серьезно? О, у меня тут боком нормально я иду, офигеть. Прямо жестко. А я не доеду, наверное, у меня что-то мотор. Короче, мотор я впереди уже... Салоне, короче. А, да, ну это можешь как раз тут пока перебрать, пока едешь. Я вижу туннель, поэтому я заезжаю в него, ну и в принципе это уже, наверное, финиш сделаем, да, потому что ехать дальше особо смысла нету, но шашки получились на BMW, это прикольно, и пельмень как бы доезжает вообще очень медленно. Очень медленно, как бы, я понимаю. 206. Я понял. Блин, я без прям мотора еду 160. Сэшка без морды. Гриша. Ладно, 3 балла мне, 2 балла пельменю, 1 балл Грише. Ладненько, пока обратно вставайте, и мы меняем тачки дальше. Гриш, ты где? Где меняем тут? Машины, и у меня это пока Бимкина выпала тачка. Е-мое, что? Вы прикалываетесь? А что там у пельмени сломанное? Я, короче, у меня лампа. Это G30, это G30 или это M5, подожди. А, подожди, в смысле? А, ты ее изменишь, да? Да-да, это... Ну, да, G30, да, это? Ну, по идее... Да, ну, это G30 в 90 написано. Да-да-да, дористовая, да, все правильно. У меня, короче, я не знаю, что это. Это какой-то лютый драгстер у меня, поэтому... Ладно, испытаем, посмотрим, что получится, пока Гриша себе заменит М-ку сломанную. Смотри. А, в итоге теперь у Гриши, здесь да. Двери, пол. Фига ты собрал ее, распил, да? Из Японии склеил, получается. Ну, короче, из Германии распил, да? Ладно, там у пельмени тот как бы тоже распил такой полноценный. Да, да. Вообще без кузова, только мотор и каркас. Ладно, да, пока, Гриша, счет. Давай, раз, два, три. Я вроде на заднем еду. Ну, я, это конечно... трэш, а я как бы зацеплюсь сегодня, можно мне зацепа? А у меня чек. Это BMW. Ну да. Это вполне себе норма. Да не гонись, еще нормальная машина. Ого! Ты прошел? Я еще не обкатал. Нет, нет. Нет, я не прошел. Поймал бота. Да ну, это... Поймал бота. Херня. Они просто под меня выезжают. Да, видел, да. Я думаю, сейчас сделать все. Раунд максимально быстрый. Максимально быстрый? Ага. Закончить максимально быстро раунд сейчас просто и все. Ну, у меня опять разбитое все. Оно не шашкуется вообще. У меня просто есть идея, как это можно сделать. Ну, типа того, да. Типа того. Блин, а ты видел, короче, меня пельмень обогнал. Да. Написано не окей, а акей. Акей где? Акей. А я где-то не видел. Съезд на Приморский. А, все, я понял, да, магазин-то, да, я понял. Там окей. Ладно, короче, был максимально странный раунд. Пельменю 3 балла, мне 2 балла, Гриша 1 балл. Да, максимально был странный раунд. И меняем машины, поехали дальше. Меня это прямо сейчас. Так, ламба. О, это not bad. Так, в итоге здесь, елки зеленые. Здесь, короче, CL63. Это SL63, да. Это SL, и да. Lamborghini Urus. Две ламбы и Mercedes. Ладно, давай перемен часа отсчет, и мы стартуем. Раз, два, три. Давай, поехали. О, сразу видно батю. Ну такое. Давайте я немножко это потормажу. Еще не все потеряно, Еще не все найдено даже. Давай, перемен, газуй. Я, типа, даже газульку приотпустил. Да. Давайте, пацаны, обгоняйте. Ну не в меня! Ты что творишь, дед? Цель детектед, атак. Ладно. Пельмень разваливается, мне кажется? Нет. Не, нормально. Или ты его на старте разобрал, что он весь? Я на старте хотел просто крышу поднять. Это, возможно, я разваливаюсь. Сбавляй, пельмень, сбавляй! Ты прошел! Ни хрена себе! Да идите вы нахер. Нет, да тут Гриша убрался, да? Гриша убрался. Да ну опять эти дебилы подрезают, короче. Ну так это же шашки. Да какие шашки, если ты летишь, и он тут именно перед тобой выезжает? Ну так бывает, бывает. В итоге, что, я уехал, да, все остальные разобрались или что?
Да? Да, ну, наверное. Я тут еду, но я направо не поворачиваю вообще. Короче, никак. Да, пельмень убрался, Гришу я не видел, как он разложился, но он разложился раньше, получается. Ой, я под фурой. 3 балла мне, 2 балла пельменчицу, 1 балл Грише. Максимально был, опять-таки, быстрый раунд, поэтому, ладно, меняем пока машину, мы дальше. Надо куста вместо ботов. Чтобы он 7 рулил сразу же? Да, чтобы он там делал подстава. Это, конечно, прикольно, но у меня это... Катушек поставил еще каких-нибудь. Я, конечно, сейчас не очень понял только одну ситуацию. У меня это Чироки, это, конечно, прикольно. Здесь Бугатти у Гриши. И Феррари. Давайте так, просто я проверю, сильно ли большая у меня скорость? Сильно небольшая, да. Давайте я сделаю Чироки, но просто другой, реально. Короче, чуть-чуть прокачал свой Чироки. В принципе, он теперь хотя бы наравне с Бугатти, скорее всего, поедет. Это не точно, но есть такая надежда, скажем так. Чуть-чуть, да. Давай переменчим со счета, мы стартуем. 1, 2, 3. Ни хрена себе, чуть-чуть. Не, ну ладно, все равно вы поехали быстрее меня, и так, поэтому. Ну тут понятно, тут Бугатти как бы и Феррари, но все равно. Ну прыжок-то неплохой был. Ну да. Ну ладно, смотрим. Прыжочек-то зачетный был, конечно. Блин, Гриша что-то очень быстро уходит. Ну так Бугатти. Ну так я так понимаю, а где боты? А ботов нету, что ли? А вот они, нет, он что-то даже есть. От меня уходит прям. Да? Боты вы оба есть. Уходите, вот. Я вам так скажу. Ну у меня нет, скорость максимально, конечно, неплохая, но для Бугатти, конечно, ребят, смешно. Смешная конкуренция, совершенно несерьезная. Маловато, да, маловато будет, конечно, да. Что там, пельмени едет? Пельмени боком едут, конечно. Еду. А, рулись! А, лево! О, ни хрена себе, я тут прошел-то. У тебя же на сликах, да, он получается? Ну да. Зацеп лютый. Ну типа, да, только стираются быстро, по идее. Че у вас там это, скажите мне, пожалуйста, бота есть, нету? Да, есть. У Гриши, видимо, нет, скорее всего, да, ботов уже? Да, ты хочешь меня поддобавить их? Да, а пельмех убрался, и я тоже, она тупо не, все, она уже не рулилась. Она уже влево не рулилась, поэтому я закончился. А, пельмень тоже убрался, и Гриша тоже убрал, а все убрались! Все и меня обгоняй! Нет. В смысле? Я же впереди. Ну ты в отборнике стоишь. Нет, он едет. Что? Я до туннеля уже доехал. Да. А вы это видите? Вот вопрос. Вот, мои зрители, вы вот это видите? Что ты понимал, Гриш, ты стоишь вот до вантового моста еще разобранный. Не, я уже туннель проехал. Нет, он сейчас убрался. Ладно, я понял. Гриша 3 балла, пельменю 2 балла, мне 1 балл. Максимально странная была темка, потому что Гриша у меня убрался, конечно, полностью. Далеко уехал, видимо, дальность прорисовки. Возможно. Возможно. Возможно, да, меняем тачки, пока бимкины мы не считаем. Да что ж такое, сплошные бимкины. Дайте мне какую-нибудь хорошую. Так, BMW, которая была пельмени, он ее разложил. Вот у тебя Opel или что у тебя там? А, BMW. Мне гелик. Слушай, BMW и гелик вполне себе неплохо. Ждем еще машину пельмени вместо Феррари. Так, это, ребята, интересно. Короче, М-ка 6-я. Здесь же это G63 гелик и новая М5-я. Сравним, да, вот старое поколение М-ки, ну, более-менее новое поколение, но тяжелого гелика. И самую новую, самую тяжелую М5-ю. Давай, пельмеха, отсчет, и мы стартуем. 1, 2, 3. Провис сон был какой-то. Я не понял, это что за гелик-то у меня. О, блин, тут ни хрена стоят. Ну, М5, короче, не М5 оказалось совсем. Ну, что-то я понял. Да. М5 просто. Так, у меня пошел воблинг. Это реально настоящий воблинг. Так, ладно. Сидим на хвосте. Гриш раздувает воздушный поток своей. Не знаю, со своим этим кубоидом, да. Не тормози так! А я чё? Минус кардан, я сломал об тебя кардан! Как нахрен, я же еле коснулся! Блин, ты понимаешь ситуацию? Я еле тебя коснулся, кардан отвалился, вы прикалываетесь? Автобус, Ой-ой-ой-ой-ой, ты что делаешь-то, подменяй. Мех убрался, да? Да. Ну я не знаю, я просто говорю, что этот гелик ни хрена не контролится, я тоже еду. Но пельмень вообще жестко убрался. Ну да. Ты чё, крыса? Туда подошел. Блять, что, куда? Тормози. У меня, короче, вы понимали, у меня просто шестая передача. О, вот хорошо. Скорость падает, но я тупо по накату еду. Шестая передача. Ага, спасибо за ускорение. Добавил скорости, да. Ах ты. Блин, я ж тебе там полмашину. Ах ты, зараза! Ах ты, зараза! Мне кажется. Ну блин, ну ладно, обидно. Я, конечно, еду по накату, но я не уеду никуда, к сожалению. Блин, я хотел тебе машину уничтожить просто. Но она, да, конечно, уничтожилась. Ты ее и так уничтожил. Даже не ты, это я сам об тебя ее уничтожил. Это вот в чем самый главный бред
Вот, поэтому да. Ладно, 3 балла Грише, 2 балла мне, 1 балл пельменчи. Ладненько, к обратно вставайте. Странно, что реально новая М5 оказалась, ну, самая странная для заезда. Она на драконе долгая была. Да. Она тяжелая просто. Она очень тяжелая, да. Ладно, пока меняем. Ё-моё, а что у меня с камерой? У меня прикольно. А что с камерой у этого Мерса? Стоямба. Я хочу это взять только камеру. Дайте я ее скопирую, короче, вот таким вот образом. Может быть, она скопирована. О, скопированная норм. Поедет. Ты что во мне делаешь тут? Я не в тебе. Я сейчас удалю только другой Мерс, который здесь был. Поднять, чтобы аэродинамика была. Это что, мотоцикл с колесиками? Это мотоцикл с детским сиденьем. Вот что это. Это как бы странная ситуация. Ну ладно. Да, пока меняем. Еще и неоновые колеса. Что? Да-да-да. А что за кнопка? Adjust регулирование зеркал? О. У Мерса есть регулирование зеркал. Я такое впервые вижу. Честное слово. Так, короче, это у нас SL-ка 63-я, да, опять-таки, Ешка 63-я и Порш. Давай, Гриша, отсчеты, мы стартуем. Раз, два, три. Поехали. Ого, у тебя старт. Неплохо. Ну, я бы еще крышу поднял, чтобы лучше было, но так тоже красиво. О, пельмень! Ты жив? Опель? Ну так. Опель. Почему мне все время опель-то мерещится и понять не могу? Одни опели. Прикинь, если был бы Опель. Реально у пельменей был. Ой, в смысле, у пельменей. У Опеля была бы марка Мень. Типа, знаешь, это. Не, прикинь. Был бы Опель-Мень. Опель-пельмень. Такая машина. Тема тоже. Ну не, Гриша. Я не поеду. Кто мне там светит? Тихо. Ты чё? А ты знаешь, что у тебя с мотором рванет, да? В курсе вообще? А ты знаешь, что я ее, в принципе, еле удержался, чтобы не убраться. Это вот меня больше волнует, чем мотор. Не, мотор это важнее. Все. Все рванул? Да. Офига, подрез мне еще решил. Да, я все, да. Я не знаю, у меня две машины подряд, BMW и Мерс. У Бэхи отвалился кардан, но Мерс отлопнул движок. Ну что за бред? Ну серьезно, это типа вот настоящее типа погружение в реальность этих машин, что это? Короче, Племеха почему-то опять убрался. Раньше времени, да? Где ты вообще? Слушай, почему-то я в автобус убрался. Да. Почему? Вначале. И Гриша уезжает дальше. Да, ладно. 3 балла Гриша, 2 балла мне, 1 балл пельменю. Ладно, ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. И всем удачи, и всем пока-пока. Пока. Покедова.